Дакосту в среднюю зону. Дакоста, смотрите-ка, поборолся с Чудиновым. И в итоге выигрыш шайбы для партнера Петрову бросить не позволили. Хотя казалось, так он уже вышел на ударную позицию. Широко находит подключившегося Чудинова. Тот на паузе укладывает Денисова. Но заметьте, как ложился капитан москвичей под этот бросок. Идеально. Он не бросился. И подстрелили Денисова. Он хромая катит, толкается к своей лапке. Досадует на то, что все-таки подстрелил его соперник. Но вот именно.